Всем доброе утро. Машину. Ух ты, ё-моё. Вчера проверял, зеркала работают или нет. Ну, слаживаются, не заржавели. И забыл. Вот этот припарковался. Если бы рядом со мной стояла машина, я бы не выехал. Тоже вот так люди кидают и не думают о других. Что мы делаем? Мы едем на погрузку. Шизрада в район Оболони. Еду, я слышно тарахтит. Бум-бум-бум, бум-бум-бум. Прицепик. Так, грузить нас будут прямо на бордюре возле проезжей части, я так понял. Мне интересно, как я там буду расцентовываться и какой там будет движняк. И самое интересное, что это будет происходить практически день. Ее будут загрузить как-то вручную, он говорил. Ой, посмотрим. Ладно. Так, вот такая вот у меня погрузка на обочине. Взяли с гаражей какое-то выставочное оборудование. Ну, по сути, там получается листы ДВП, ДСП, USB, ламинат. Короче, ну, все бывшное. Они какие-то каркасы собирали, разбирали. Так, прям с бордюра мне грузили. Сейчас прямо выезжаю на перекрестке налево и на Выжгород пошел. Так, везти мне где-то, по-моему, километров 60 за стюарт туда. Так что с Богом, оплатят мне 6000 они. Как раз что до Чернигова за эту сумму сдают ставку, что до полпути, так лучше я полпути потом еще порожничком проеду налегке. Тут как раз хорошо. В этом месте нету бордюра. Но он есть, но низенький. Я отлично соскочу. Вон, видите, накапало вон пятно там. Возле разделительной линии там маленькое. Не видно. Такой сантиметров 10 в диаметре. То у меня где-то трубка солярка подтекает. Я не могу. О. Не могу разобраться откуда. Ну как, я думал, что из-под датчика там масло. Датчика распредвала. Ну, приеду домой, надо будет глянуть. Так, накидано все, можно сказать, раз, россыпью. Так что будем ехать потихоньку. Эх. Ё-моё. Задние колеса немного по бордюру пошли. Пойду гляну с этой низкопрофильной резиной. Дыма тапки подкраду. А то я на ливневку наехал, что она цокнула. Не, бордюрчик он трошки взялся. Чик-чик следы. Я все переживаю за отбойники. Не, все цело, он был чуть-чуть подогнутый. Резина бомбито, да? Пирелли. У меня такой резины никогда не было. Один плюс китайской резины. Ой, китайская, говорю. Бэушная резина 1 плюс, то что можно покупать Гудьер, Мишелин и все такое, а не Китай. Ну, правда,
Новый Китай же ходит. Наверное, мне кажется, больше. Ну и цена. Вот я бы китайское колесо купил бы, наверное, 1008 на ведучку, а эти по 3900. Так что он 4 хотел, но я еще попросил его там одно колесо, колесико так подъедено волной по краю. Наверное, сайлентблоки были разбиты, я не знаю. Вот именно край протектора. Так что он 400 гривен на этом колесе мне скинул. Ну, короче, по 100 гривен на колесе. Как раз половину за установку. 800 гривен за установку взяли. 200 гривен за утилизацию двух колес. Два колеса у меня еще в кузове везу. Они такие более-менее на запаску, если что, или продать может кому-то. Так, ладно. Двигаемся в сторону острова. Проезжаю вот это, как оно, Киевское море, правильно? Так же захотелось на море. Красота. Вот это мы заехали. В машине он песочница наносил. Короче, все позаметал, все поубирал. Первый раз в жизни ремни соберу. Ой, ремни, борта стянул вот такой перемычкой попробовать. Потому что я их даже ремнями не увязываю. Что-то мне не нравится их увязывать. Зад ворота только увязываю и все. Погружались мы в частном доме. Короче, кара такая была. Маниту или как правильно. Короче, постоянно переезжал каждому поддону. Солярки спалил. Тоже такой рейс не о чем. Опять еще мазы. Резина бомба. Все. Сейчас затунтовываем тент и едем. Чуваки, перчаток хватило ровно на рейс. Вот это да. Все, зашнурился. Умываюсь, переодеваюсь, потому что в робе. Им чу домой. Холодненькой водички после рабочего дня. Конечно, я разогнался мчим. Я же не знаю, где тут еще развернуться мне. Вон домик заброшенный. Прикольный. Такое село Коропье. Я тут первый раз. Да, надо срочно тент, потому что с этим тентом не дело. О, вот тут движняк, вон, пожалуйста, какой, на мерседесовских осях, бортштора. Элисовоз, манчик. Объект предохороны, вон, домина какой. И пилорама какая-то. О, тут вот серьезные люди живут, я так понял. Ничего себе, кто-то себе отгрохал. Это, наверное, председатель. Туарег он стоит. Тут что ли нам развернуться или дальше тюлюпаться? Наверное, там дальше, потому что здесь я не хочу. Вон дальше что-то есть протоптанное. Ой, блин. Это нам надо аж туда, он, обочина там вижу. Вот домик какой классный. Да, тут люди не бедные живут. В принципе, за неделю такой рейс вообще классно, по красоте. Надо еще посчитать, сколько я заработаю. Но я так понял, что с покупкой резины я нифига не заработаю.
тысячи три останется. Ну зато резина будет хорошая. Стол, видите, весь. Мне в Магнуме такого стола не хватало. Так, как мы делаем? Мы сейчас или вот так, или нет. Проедем прямо, зад затолкаем. Так будет лучше. Тем более под левую сторону. Можно было бы так крутануться, но зачем нам резину рвать, правда? Вон магазин, наверное, был. Не, склад какой-то, ГСМ, потому что написано «не курить». Какой-то склад был колхозный, стопудово. Тут так, так эти мопеды носятся, мотоциклы китайские. Страшно вилять по дороге. Так. Заднюю черепашку. Дом культуры стопудово, он разваленный. Что у нас там? О, я же вам говорил, гляньте, вон пролетели пацанва. Так. Ага. Неудобно и снимать, и показывать. Но хочется, чтобы же вы все увидели. Так, оп. Заднюю черепаху. И вперед. Видно? Я думаю, видно. Вот так тоже видно будет. В зеркала. Оп. Оп, 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 оп. Чик. Сейчас, чуваки, зацените. А может и не зацените. Сейчас я левее возьму. Давай, давай. Буксуем, господи. Маленькие колесики, видите, огоньки у меня светятся, да? Бело-синие такие, тын-тын-тын через один. Короче, я понял, маленькие колесики. Так это самое, буксуют на месте. Вот когда трогаешься, не на черепашке трогаешься на плохой дороге, то пробуксовывают. Так, сейчас надо выйти глянуть. Сельская рада. Выйти глянуть, ничего я там, потому что я так уже без боязни. Без боязни по ямам езжу, что... Так, нету там мотоциклиста. Опа. Так. Дверь прикроем. Чтоб боюсь, что могу зацепить полик. Полик. Полик, полик, полик. Не боюсь зацепить отбойник. Все четко. Фонари светят. Подсветка номера светит. Я, кстати, еще ни разу не проверял. Я... И гирлянда вся светит. Только вот эти слабовато как-то светят. Так, все. Поехали от Седова. Так, времени у нас... Бля, мне до дома еще надо до комендантского. 8 часов. Малая моя. Так. 6 тысяч мне сбросили. Отлично. Все по плану. Все. Жене отзвонюсь, что еду домой. Вон велосипедист в зеркале. И все. Так, пока отключаюсь. Так, ну что, я уже добрался до стоянки, вон мой пирожок там ракотит. Сейчас тут немного поубираю. И все. И поеду домой записывать вторую часть видео. Так что, ребята, приятного просмотра. До новых встреч.